пойду с левой стороны деревни. Рискуешь опоздать на замес, кстати. Либо он наоборот сюда пойдет. Не-не, он там лутает сейчас. Или долутывает скорее. На этом туннеле. А пойдет он, скорее всего, потом на заправку. Ну вот я как раз со стороны зной, как он пойдет на заправку, я его и приму. А он, наверное, да, может еще там и крысить, кстати, вполне. И возможно, сейчас мы узнаем. И возможно не один он. Так, вижу труп чувака. Передо мной лежит. Я затаился, ебать. Не разлутанный. В охуенном рюкзаке, совсем охуенным лутом. Так, я по деревам сижу, смотрю. Вижу, лутает. Ты лутаешь? Нет, нет, нет. Я в кустах сижу. Убит. Где? Что? Где ты видишь? Я убил только что чувака. Все нормально. Ты стрелял? Я говорю, убит. Лутай, лутаешь. Ты, я спросил, ты говоришь нет. Я говорю, убит. Челик на горе. Ебать они... Под тобой где-то. Ебать они залутанные, чел, это пиздец. Я не сюда с такими рюкзаками. Вообще пиздец кромешный, супер залутанные чуваки. Будешь подниматься, скажи. Я вот под тобой, где-то, я сзади тебя вижу. Ага. Тут третий там еще мертвый друг лежит, тут третий друг. Нормально. Нормально, пацаны, постреляю. Или какого он? Да. И почему он классный? Ебать, у меня ствол в армаге заряженный. Фаркзон, мне кажется, Максим забрал ту разгрузку, не? Ты не забрал ту... Пронячу? ТВ? Да. Да. Ты забрал. Ты идешь справа, хлюпаешь по водой? Да, по берегу. Не, они, короче, убили уже. Мы не успели, Максим. Жаль, наверное. Сейчас ты въебал, пау, получил. Да, мы не успели. Десятки тысяч трупов убитых, мертвых, диких. Угу. Страшная картина, Максим. Так слева свою эту коробку посмотри, там частенько бывают. Коробку? Да. А слева ты видишь дом? ЧВК мертвых? Ты не видел, блядь, слева, которые лежали? Здесь. Через реку, блядь. Лутает, чел, сука, лежит. Убил, нахуй. Супер залутанный чувак. Где? Блядь, Димас, ты ходишь? Ты, ебать, в глаза долбишься, потому что нахуй. Где? Через речку чуваки лежат, мертвые, двое. Там, блядь... Стороны. Нихуя себе. Как ты нахуй? Какой у тебя уровень? Вот это лабораторные детишки, блядь, чисто, знаешь? Оу. Я смотрю только перед собой. Точно. Так и есть. Трупы можно, блядь, будет. Так они еще все такие неплохие. Там рюкзаки очень хорошие. Я еще по нему не с первого раза попал. Пиздец. Так, ну, вроде никого не бачу. Ну шо, пойду умру, Максим, давай. Да пока рано. Ну, я не думаю, что ты умрешь, потому что я уже во все стороны успел посмотреть, и вроде все хорошо. Я тоже посмотрел. Бля, здесь такая ямка, и вот если бы они здесь умерли, было бы намного удобнее. Охуели умирать. Надо сделать, носить трупы, оттаскивать, знаешь, такую функцию. Да, вот, не хватает, чувак. Ну шо, как там наши мальчики? Я серьёзно, нового Мосинка с глушителем. Да хуя всего, чувак. Ну еще бы, ебать. Ты бьешь там стекла? Бля, ебать ты агрессивный, кстати, ебать. Против карты играешь чисто. Бегаешь, стреляешь, стекла бьешь, нахуй. Показываешь свое присутствие, типа, ребята. Я не специально, на самом деле, стекло сейчас разбил. Да жестко, жестко. Я люблю, кстати, против такого противника играть, который, блядь, когда перемещается, кричит об этом. Ты уезжаешь? Я бегу. Exit located. Это Mousin Man, и он мертв. А это Кемпермен, и он жив. Бать, три. Бать, гляди на него. Одного убил, второго убил, блять. Ох, сука, сейчас тебе дам прикурить, блять. Опачки. В жопу прям, блять. Нашпиговать тебя, суку. Даже дружки, блять, теперь дряво не узнают. Кто тут ходит, ебать? Просто дикий?
серьезно? Все это время здесь просто гулял Дик? Он, наверное, подлутал там какого-то из этих лохов и побежал сюда. Готов поклясться. Да, так и есть, солнышко мое, это сюда идет. Трупер хуй с ним, пусть остается у меня. О, новый разгруз. Новый разгруз всегда хорошо, ебать. Хуйня отсюда, сюда. Сюда, сюда, похуй нахуй, хватит обыскивать этого, хватит. Четверка, карманы. Бля, заебал я с этой травой самую цеплять. Лис! Все норме? Все нормич? Подожди сек. Тут, блядь, Кемпервиль. Блядь, ты смотри, еще. Что за хуйня, блядь? Ебать, пацаны, что насчет поиграть в Тарков, блядь? Я не вижу, здесь тут еще, блядь, и третий у нас будет. Все, ебать, пригодятся. Мразь, блядь, действительно, самая настоящая, нахуй. Иди сюда. Бля, удачно сходил, слушай. Не рейд на диком, а сказка. Слушай, как кто-то ляпает. Это? О, ебать, не, это на в этом. На вышке там, где снайпер стоит, красная. Бля, хочется. Да я рядом тут уже. Но у меня дробовик. Да я только иду. Ну. А я с Мосинкой теперь, а не дробовиком. Ну, Мосинка нормально, а вот я с дробовиком сейчас пытаюсь изуродоваться. На полу валяется АК? Да? Похуй. Бля, или вернуться за калашом? Есть! Димас, я убил супер залутанного типа в ноги, блядь, с дробовика. Супер залутанного, нахуй. Ты, блядь, даже не представляешь, насколько он залутан. У него забрала вся хуйня. Это что, вверх-вниз? Ну, тебе это не надо. Не нажимай. Бля, не надо было. Так, я подхожу. Так, я уже лутаю, вот тут лежу под этой вышкой. Бля, галочка, ты сейчас упадешь. Нахуй я на тебя выйду, не обосрись только, ладно? Видел, я фонарем светил? Ну, блядь, ты Кео. Какая же... Ебать, у него еще у него штурм внутри, обвешанный калаш, шлема. Блядь, еще же... Проверял, да? Еще жетон. Я сумку не чекал. Убежал, когда, кстати, 12 хп было. А, 22. Ты 20... кустики цепляешь, да? Нет, я далеко от тебя вообще. Не, я вот, блядь, по мне... Это не ты сейчас? Нет, нет, нет. По мне какой-то псих ебает. Ты живой? Если съебешься, то их я... Их очень много, и мне пизда. Если съебешься, то я помогу. Хатс маленький, но... Я чуть-чуть спускаю. Ты понимаешь, откуда или нет? Там, где за этой. Проходная? Да. Ага, слышу, все, забей, я понимаю. А ты где? А я под трубой лежу на этой, блядь. На заправке? На заправке, да. Блять, кровь пустили, сука, руку потеряю сейчас. На насыпи ты? Нет, на насыпи враг. Один отдыхает, ебать. Еще один есть. Угу. Мосинчик. Мосинчик? Там должен быть тот с автоматическим. Медведи. Угу. Крови... Ты перебегаешь под мостом? Да, да. Бинта нет никого? У меня лично? Нет, да. Ну может его пацана пойти поискать. А, все, я уже потерял руку. Не успел. Но кровь все равно нужно. Ну, чтобы не умирать дальше. Он там на насыпи лежит с моей стороны. Я там стекло ему разбил, чтобы он нахуй не расслаблялся.
Вот здесь проходной же ебашили, не? Не, по мне вот здесь кто-то стрелял, еще один тот же. Вот где-то на нас прыгал челика. Да ну нахуй. Прям рядом еще один должен быть, да. Не-не-не, он уже где-то, блять. А, Аксушка, возможно, он как раз. А, да, да, тогда он, наверное, он, да. Бля, о, бинт, ёпта, ты мой спаситель. Я пойду заберу с него пушки тогда. Голова почти вытекла вся. Угу. А Ксюха и это, он походу одну с этого дал, одну с... Броню можешь с него снять. Бля, с той стороны как будто что-то слышу. Да. Кто... Не, это я. Не понимаешь, как ты здесь-то зацепил. Бывает. А броня у меня есть вроде. Да, мелкомтар разбитый немножко. Мосинку не будешь с него брать? Буду, все буду, лол, ты шо, гонишь? Ага. А его броня как себя чувствует? Нормально. Он может жука с него взять, если хочешь. Я пока отойду назад. Ну, со второго интернета легко было зайти, правда, у меня потерян соединение с сервером, за то, что я поменял интернет. Это не проблема. Где вы там? На насыпи тут ебанули чувака. А насколько жук? Нормальный жук? Да, фуловый почти, ебать. Нихуя, вы с жуком убили челики? Не, хуёвый жук. Репортаж, который российский жук, репортер пресса. А. Думаю, вот он вообще пиздец залутали 6 уровень. Думаю, хуя там вот. Пока он... Мне причем интернет упал, да? Что, что-то работает, а что-то нет, представляешь? Угу. Как это работает, пиздец. Жалко, не показывает. Видно, кто убил, но не показывает, куда в жетон, именно в голову. Ой! Не... Ты прошел мимо, да, челика? Да. Он прямо под насыпью сидит, блять. Вот прямо. Он, да, не, он не под насыпью, он, к сожалению. Или к счастью, блять, на том свете уже. Ебать, я думал, ты тут прошел. Так что можешь его там на проходной, боженьки, встретить, спросить, за что. А ты же тут прошел, да? Не, я с другой стороны. Мне показалось, ты тут прошел, типа, я такой на полном этом уверенности, что здесь можно ходить. Или стой, возможно, я хуй знает. Ебать, этот чел сидит, думаю. Я хотел сказать, Максим, зачем ты по мне стреляешь? Ну это, кстати, Юсек, а то медведь был. Угу. Это гении просто, играют с разной расы. Странные какие-то люди, да. Так, я зашел. Красава, Димас. На фиге решаловские пацаны? Ну или боты простые, блять. А можно уточнение получить? На первом этаже, не, я не знаю, первый очень упитанный был, а второй это просто боты. Мне нужна помощь, чем патроны закончились. Блять, ладно, я иду. Похоже, решаловские, раз патроны кончились. Не, первого, а второй обычный бот был. А первый прям пиздец, 20 патронов питал. И ты уверен, что это именно боты? Да. Они стояли, да? Да, это решало. Двушка, трешка? Трешка. Я на втором этаже, на первом этаже они. Трешка? Трешка, сори, я не совсем понял. Есть чем пострелять? Есть. Да хуя чё есть, Димас. Найс, я с ножом жду вас. А, спасибо. Ты забился от него. А где кто снизу стоит, ебать, не ты? Да. Я понял. Иди сюда. Где вы? Через дорогу. Иди ко мне, походу. Хорошо. Ты можешь с меня пушки поднять и пострелять. Да я принесу ему пострелять. А тебя убили, Алькор? Да, там какой-то чел сидел просто в закрытую. А ну, чуваки где? Не ходил. Какие чуваки? Димас, бот где? Внутри, на первом этаже. Аж сказал. А дверь открыта, закрыта? Закрыл. На, держи, ебать. БП патроны, нахуй. Нихуя. Из России с любовью, нахуй. Можешь открыть дверь, я начну их ебашить с мосинки, давай. Кстати. Бля, подожди, у меня... Давай, открывай. Так. Сейчас мы с наскока, ебать. Там один мертвый лежит, ебать. Да, это я убил его. Это решаловский. У меня нет стамины? Эти? Ну, бля, вроде можно, я не видел там никого. Я вот здесь видел, стоял прям. Значит, в комнате в какой-то стоит. Чтоб с него броню попытаюсь снять. Почти уверен, что это хорошая идея. Ты его лутаешь, да? Да, твой топор, кстати, у него. Жестко. У него такие же очки, как у меня, он мог быть моим братаном. Жестко. Так, понимаю, АК-74М с БТшками. БТшки хуже или? Мне очень нужна пушка, я тебе свой автомат отдал, дай мне его. Давайте автомат. БТ это бронебойно трассирующие, нормальные патроны. Ты где? Ты где сзади? Я лутаю его. А, это не он? Забрал с него.
Это он, я забрал с него. Иди ко мне. Хорошо. Могут выйти. Просто брось автомат и пару морожков там и все. Кинул, все. У меня не обыскан. Кинул. Эти мои подойдут, которые авто... Да, нет, это у тебя АКМ, ебать, ты шо гонишь? Подожди, да, у меня тоже АКМ. Да, подойдут твои, твои тоже подойдут. Я не знал, что у меня АКМ, ебать. Пилка есть? Могу дать. Второй магазин забери, мне не нужен, мне не подойдут. Я подойду, понял. Да. Шлем там есть у тебя? У меня на голове, а шо? Окей, если я выкинул, я взял у него, забрал. У меня первый этаж. Я пошел, да, посмотрю второй. На втором вроде спокойно, слышишь, все. Я пошел третий, смотрю. Боевой точно именно в шлеме прям. Да, на третьем есть. На первый пусто. Их тут дохуя на третьем этаже, я одного убил. Блять. А, сука, сука. Это ты, да? Ты зашел ко мне. Да, это ты мне это нахуй. Нет, это не я, Димас, это враги. Они все на третьем этаже. А подожди, ты нет, я на пожарной хуяри. Бля, я думал, ты стоишь. Не-не, Димас, ты что, гонишь? Я с пожарной. Хороший вы, блядь, человек. Кто, я? Ну, получается. А я тут при чем, ебать? Не знаю, правда. Я бота в алтыне ебанул. Поэтому буду заходить, хули делать. Я на третьем. Ты можешь отвлечь, чтобы они тебя... Да они... Так они в этом, блядь, они нахуй в комнатах стоят, Димас. По центру ровно, нет, он ровно в центре стоял. Больше нет, ебать. Больше нет. А. Нихуя себе больше нет. Еще один вышел, это я. Блять, на меня есть смузинг. Убей его слева. Слева, Димас, выйди, убей слева. Справа я, Димас, не обострись. Я понял, слева слышу. Я за тобой. Под перезарядкой. Подожди, я чекал. Перезаряжаюсь. Я алтын себе взял, блять. Пошли. Блять. Решала, убил. Хорошо. Да, проходи дальше. Битки ищу. Пошел дальше. Биточков нет, как слышно, биточков нет. Биточков нет. Меченая. Ты калаш забрал, блять, мне он нужен, ты что, гонишь? Я свой отстрелил, блять. Ладно. Бля, дай автомат, нахуй. Я рожки для него взял, ты шо гонишь? Я, блядь, забираю рожки, перекладываю, думаю, сейчас возьму автомат, смотрю, автомата нет, блядь. На, забери вот этот лучше. Бля, алтын забрал, автомат забрал, никакого праздника. Ну подожди, алтын-то я убил, решалу-то я тоже убил, бля, правильно? Бля, решалу я бы не убил без тебя, да. Нет, не, у тебя заклинил автомат, он бы вышел, тебе ебал набил. В смысле, я перезарядил свою. Не стоит благодарности, блядь, Димас. Да, спасибо большое. Ты дальше чекал вообще или нет? Да, там никого нет. Ну все, большое ебать, тебе, да, блять, спасибо. Ой, блядь, у тебя 38 миллионов лежит, нахуй, слышишь, да? И что, это ничего не значит. Да, ничего не значит. Ты попросишь, ты только подписчиков своих попросишь, тебе сразу там, блядь, накидают этих алтынов, блядь, 900 штук, нахуй, что ты мне рассказываешь? Не знаю, я не просил, не пробовал. По КД еще просишь. А вы накидаете чат? Это правда? Бля, если накидаете, короче, я буду только в них бегать. Бесконечные алтыны. Нет, никто не накидает, чувак. Никто да не это пишет. Ты просто не просил. Думаешь? Конечно. А блюдо... Может, бля, морфий пятерка, хуй. А вдруг ты акуленок? Тру-тру-тру. Тебе патроны нужны 7.62 лучше, скажи мне. Не, мне не надо. Окей, выкинул тогда нахуй. А хотя бы мне... А не, у меня есть. У меня в рожке просто, в рожке есть. 45 это нормальный патрон. У меня БП разве были. Да, БП, ну похуй уже. Ну шо, пошли ебать, хули нам, пацанам. Да жалко нормальных броников не было, да? Что у тебя? Говорю, жалко нормальных броников не было, шо? Да, полная хуйня броников. У тебя алтын на голове? У меня... Не, у меня говна. У меня далеко впереди административные. Могу тебе дать алтынчик один на голову, если хочешь. А у тебя два, что ли? Ну да, один лишний. Да выноси, забей. У меня дохуя алтынов. Но мне не давали подписчики, я их сам вынес, кстати. А ЖД до Таркова это где? Это не здесь? Чем? Да, ЖД здесь. Таркову... Это тебе через это там, где тебе налево, там где блокпост ВСРФ, перейти через переправу и там будет все. А, можно полиэтилен, он там есть. Типа... Кило сделано из полиэтилена, кстати. О, это как мой пакет, кстати. Буду, когда если война начнется, я пакет на голову одену, бля, не возьмешь меня. Как дебилка убегает. Не как дебил, а как хозяин положения буду штурмовать, ебать, всех. Дырки проделаю там такие.
И их тоже полиэтиленом таким залеплю, знаешь? Чтобы видно было прозрачным. И пойду ебать наваливать. Блин, я не знаю, что там за ключ.